побывать со мною рядом, рассказать мне надо. В этот миг и напрямик тебе одной, что с первой встречи давней ты была всегда мне бесконечно милой и родной. Ребята, как прекрасен ваш союз! Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен, обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы вас ни бросила судьбина, в какой район страны бы вас ни занесло, будь то Кавказ, Тянь-Шань или Хибины, повсюду в горы вас влекло. А в Питере лишь солнце встало, для совершенства мастерства летели в Выборг, там, где скалы, толпа туристов там уже была. Все для походов шили сами: палатки, куртки, рюкзаки, капрон порою красился часами, кому-то доставались парашютные куски. Была задача не из легких — добыть капрон или крючья из титана, а также прочные веревки, да чтобы было по карману. Зато какое упоение пройти маршрут по леднику и съесть с великим наслаждением кусок халвы или шербета на снегу. Или на ночь, разложив палатку, у примуса на миг присесть и, предвкушая отдых краткий, большую миску супа каши съесть. Шло время, на ноги вы встали, вам новой жизни захотелось. В Израиль всю семью подняли, в России, видно, все приелось. В Израиле в течение года ульпан и мысли о работе, ну, словом, тут не до походов, другие мучили заботы. Но год прошел, как можно отказаться постичь природы новизну? Купили в долг себе даяцу и стали покорять страну. Наметили себе маршруты и до каньонов добрались, где, не колеблясь ни минуты, вы дюрфером спускались вниз. Прошли вы не один каньон, но вот проходит летний зной и манит вас заснеженный Хермон. На лыжи встали всей семьей. Затем в Европу, бросив взгляд, решили: нечего терять, и, взяв с собой своих ребят, летите Альпы покорять. Перенимали опыт дети от отца, хотя порою трудно было где-то. Маршрут был пройден с честью до конца. У мамы с папой взяли эстафету. Мы вам о том хотим сказать, что навыки, приобретенные в России, не удалось вам потерять. И в этом ваша смелость, удаль, сила. Сегодня, дорогие, праздник ваш. Заметный срок, он должен быть отмечен. Вот почему, как в тот морозный вечер, собрались мы при звоне мирных чаш. Мы собрались мгновенно молодея, уставший дух в минувшем обновить, припомнить, как здесь с вами в празднике балдели, ваш юбилей немного оживить.